Привет, друзья! Ну вот и прошел очередной год, который подарил нам немало хороших достойных тайтлов, в которых можно убить не один десяток часов. И эта подборка не исключение. Представляю вам топ-10 игр уходящего года, в которые стоит поиграть, если вы этого еще не сделали. Лайк сейчас, комментарий потом и погнали! Darkness Dungeon 2. Продолжение первой части игры, разработанной в жанре RPG, которая обрела высокую популярность в 2016 году и вновь готова порадовать нас чередой невероятных приключений. Нам предлагают окунуться в мрачную, держащую в напряжении атмосферу, которая подготовила немало сюрпризов и испытаний. Отправляйся на исследование окружающего мира, посещай многочисленные локации, где ты сумеешь раздобыть ценные ресурсы. Сосредоточь свое внимание на развитии боевых характеристик главного героя, которые позволяют устранить любого, даже самого сильного оппонента. Линия сюжета не расскажет нам об апокалипсисе, который очень сильно исказил весь мир, и теперь нам предстоит пройти непростой путь, чтобы разобраться в произошедшем. Изучай окружение, раскрывай покрытые пеленой мрака тайны, борись с голодом, стрессом и болезнями, а также срази на повал всех, кто посмеет встать у тебя на пути. Что касается визуального исполнения, то оно порадует крутой рисовкой и мрачной атмосферой, и все это здорово дополняет звуковые эффекты. Diablo 4 – это продолжение культового ролевого экшена от студии Blizzard. Противостояние между небесами и адом длится уже более полувека. Но ненависти двух сторон нет ни конца, ни края. Миллионы людей были погублены в ходе кровопролитного сопротивления. Но надвигается новая угроза, а на устах мирных жителей все чаще всплывает роковое имя королевы суккубов. Лилит взяла под контроль не только Санктуариум, но и всех горожан, подготавливая план по захвату всей территории. Ключевой особенностью Diablo 4 стала реализация обширного открытого мира, из 5 отличающихся между собой областей с уникальными обитателями. Для быстрого передвижения из одного конца региона в другой вы сможете воспользоваться ездовыми животными, или же пробираться туда самостоятельно, сражаясь со всеми, кто попадается на вашем пути. С помощью гибкой системы кастомизации геймеры смогут воплотить в жизнь игрового персонажа со всеми деталями внешности, а после выбрать класс. В игре есть 5 доступных классов – разбойники, варвары, волшебники, друиды и некроманты. Все они отличаются рядом уникальных умений, например, одни способны трансформироваться в животных, а у других же в арсенале затерялись парочку могучных заклинаний, способных сдерживать толпу, а третий и вовсе превращается в машину для убийства, нанося десятки кромсающих ударов за секунду. Выберите кого-то под свой стиль игры, а после корректируйте способности с помощью переработанного древа навыков. System Shock Remake – обновленная версия одноименной игры, которая порадует своих многочисленных поклонников нововведениями и улучшениями. События отправляют нас на просторы альтернативного мира будущего, где основа всех процессов уже давно возложена на искусственный интеллект. Сюжет расскажет о внезапно случившемся сбое на станции, управляющем тем самым искусственным интеллектом, который начал разрушать все вокруг и даже успел лишить жизни весь персонал. Во избежание продолжения катастрофы главным героем было принято решение отправиться в цитадель, чтобы устранить неисправность, тем самым сохранить жизнь всему человечеству. Отправляйся навстречу непредсказуемым приключениям, изучай локации, добывай ценные ресурсы и заполняй арсенал мощным оружием, чтобы дать отпор многочисленным тварям. Одним из главных достоинств игры стоит отметить крутое визуальное исполнение, которое погружает нас в удивительную атмосферу с головой. Resident Evil 4 Remake. Приключенческий экшен от третьего лица, где мы вновь отправляемся на борьбу с коварными и бездушными зомби. Исполни роль главного героя, агента Кеннеди, которому предстоит пройти немало испытаний, чтобы достичь поставленной цели – спасти дочь самого президента. Все задания он всегда исполнял с легкостью и точно в срок, но на этот раз Кеннеди столкнется с более ужасными вещами, к которым нужно как следует подготовиться. Одним из важных обновлений игры стоит отметить ее графику, которая стала в разы реалистичнее, а поэтому ты попадаешь в еще более жуткую, держащую в напряжении атмосферу. Мир игры стал максимально детализированным и проработанным, что позволит игроку исследовать все, даже самые потайные локации. Правильность решений будет влиять на ход событий, поэтому всегда нужно быть внимательным, стараясь продумывать каждый шаг, подключив смекалку и хитрость. Сюжет насыщенный и многолинейный, а поэтому скучать у тебя точно не будет времени. Dredge – занимательная, иногда довольно мрачная игра, разработанная в приключенческом жанре, где нам предстоит раскрыть мрачные тайны и дать ответы на важные жизненные вопросы. Мы сыграем роль рыбака, который всю свою жизнь провел на морских просторах. В одну из, казалось бы, обычных рыбалок наш герой попадает в необычное место, и теперь ему предстоит путешествовать между двумя мирами. По мере следования ты узнаешь, что на глубинах спят могущественные левиафаны, тайны которых тебе и потребуется разгадать, чтобы достичь поставленной цели. Изучай окружение, внимательно исследуй каждую локацию, добывай ценные ресурсы и зацепки, которые приведут тебя к ответам. Главная задача игры – остановить надвигающуюся катастрофу, которая способна разрушить твой родной мир. Сделать это будет очень непросто, потому особое внимание удели развитию своих навыков, подключив смекалку, быстродействие и навыки тактического планирования. Графика игры проработана в уникальной рисовке, а в дополнение со звуковым сопровождением создает незабываемую атмосферу.
War Tales – динамичное и увлекательное приключение, разработанное в жанре ролевой игры с пошаговыми стратегиями и атмосферой средневековья. Мы исполним роль отважного героя, который вместе со своей армией мощных бойцов отправляется в путешествие, сражаясь с врагами и одерживая победу за победой. События расскажут нам о внезапно возникшей чуме, которая поразила все вокруг, оставив от огромной и процветающей империи лишь развалины. Правительство пало, а потому на территории больше не действуют никакие законы и порядки, вследствие чего оставшиеся в живых были вынуждены искать способы справляться с новыми условиями, что и породило бандитизм, грабежи и налеты. Ты обычный наемник, который постарается выбить себе хорошее место в новом мире, но для этого тебе предстоит приложить немало усилий. Исследуй окружение, изучай множественные локации, добывай ценные ресурсы и заполняй боевой арсенал мощным оружием и атрибутами защиты, чтобы суметь преодолеть любое препятствие. Сразись с врагом, найди способ добычи денег и обеспечь себе мировую славу. Torchlight Infinity – это действительно интересный игровой проект, который представляет собой мультиплатформенный слэшер в лучшем духе игры Diablo. Также игра является официальным сиквелом ко второй части одноименной франшизы. Именно в момент повествования удивительной истории пользователь узнает, что человечество до сих пор пользуется Эмбер в качестве основного источника энергии. Кажется, что все это очень хорошо и прекрасно, однако вряд ли кто-то из жителей замечает, что совсем скоро благополучию придет полный конец. Игроку необходимо будет как можно скорее, не теряя времени, найти способ спасти человечество, а также найти альтернативу основного источника энергии для транспорта и своих магических сил. Перед главным героем встает действительно очень сложная задача, которая заставит игрока очень хорошо поразмыслить. Очень важно не посеять панику и одновременно спасти целое человечество от Эмбер. Множество врагов уже подбираются к мирным жителям, а этого ни в коем случае нельзя допустить. По этой причине главному персонажу необходимо будет взять в свои руки всю храбрость и отправиться истреблять огромное количество разнообразных противников. Baldur's Gate 3 – третья часть, ставшая уже популярной саги, где ты окунешься в череду непредсказуемых событий и постараешься справиться с массой преград на пути. Первое, что нужно отметить, это наличие кооперативного режима, позволяющего отлично провести время в компании друзей и игроков со всего мира. Проект обладает отлично продуманной линией сюжета с неожиданными поворотами событий, а игроку в свою очередь дается полная свобода действий и выбора. Стоит помнить о том, что любая допущенная ошибка может иметь последствия и оказать большое влияние на будущее главного героя. На пути ты встретишь массу различных персонажей, одни из которых станут верными товарищами и помощниками, когда другие – заклятыми врагами, делающими все возможное ради того, чтобы отобрать твою жизнь. Испытаний в игре масса, не обойдется без кровопролитных сражений с оппонентами и их могущественными боссами. Это говорит о том, что тебе необходимо заранее позаботиться о боевом арсенале и атрибутах защиты, развивая навыки и боевые характеристики героя, чтобы справиться со всеми задачами, имеющимися в игре. Octopath Travel 2 – японская ролевая игра, которая понравится любителям приключений и красочных живописных мест. В своем проекте разработчики предлагают пользователю сыграть за одного из 8 персонажей, которые случайным образом встретились в одном месте. Ребята совместно изучают территорию, на которую попали, но при этом каждый преследует в этом деле собственные цели. В игре предусмотрен один режим – одиночный, но человек в процессе прохождения игры может переключаться среди персонажей. Действия в игре развиваются на территории Солистии. Эту местность в совокупности составляют два континента – западный и восточный. Солистия разделена морем, поэтому сюда постоянно приплывают торговцы, интересные люди и путешественники. Игроку предстоит примерить на себя роль любителя отважных приключений и также отправиться на эту живописную землю. Здесь в компании 8 путешественников, во главе которых стоит игрок, необходимо исследовать открытый мир, путешествуя по разным регионам. Кроме того, каждый персонаж обладает своими суперспособностями, которые он может применять для того, чтобы справиться с заданиями, которые ему предлагают место под названием Солистия. Age of Wonders 4 – продолжение довольно популярной стратегической ролевой игры. Мы вновь готовы отправиться на просторы фантастической вселенной, где исполним важную роль – роль предводителя, которому предстоит привести свой народ к процветанию. Ты с самого начала воссоздашь уникальную расу, будешь всячески ее развивать и совершенствовать. Ты как лидер тоже обязан улучшать свои профессиональные навыки, ведь чем дальше ты проходишь, тем сложнее будут становиться перед тобой задачи. Не обойдется и без битв с противниками, ведь одна из твоих основных целей – завоевание территорий, поэтому важно проявлять свои стратегические способности, хитрость и смекалку. Не менее важно следить за состоянием экономики, а также учитывать пожелания горожан, чтобы сделать их жизнь комфортной и безопасной. Порадует визуальное исполнение, которое наделено крутыми эффектами, многообразием красок и небольшой реалистичностью. Вот такие они, лучшие 10 игр уходящего года. Думаю, что следующий год подарит нам немало хороших игр и впечатлений от них. Спасибо за просмотр и удачного вам года во всех начинаниях!